пацаны, ела прямо. Сегодня вам покажу, точнее, будем проходить тесты. Так. Давайте будем делать тесты. Тут там сделано много их. Начать. Итак, начнем с простого. Твой цвет волос. Замечательно. Идем дальше. Стесняешься ли ты своего внешнего вида? Ни капли, я думаю. Так, да, ни капли. Идем на следующий шаг. В компании незнакомых тебе людей, с которыми тебе придется работать, проводить время вместе, ты обычно чувствуешь себя уверенно, свежим и стараюсь показаться всем хорошим человеком. Стараюсь держаться подальше от них, ибо не доверяю, бесит. Да. Так. Это же Мейбл. Для тебя, люди, это обыкновенное пустое мясо. У тебя есть пара, друг, подруга, сердце, парень, девушка. Я одинокий, но не горжусь этим. Меня никто не любит. И это... Я горжусь этим. Как ты относишься к сыну на сегодня? Отрицательно. Положительно. Чувствовал ли когда-нибудь, что за тобой следать? Ты видишь энергетичный образ жизни на своем воздухе или почитаешь больше домашнего? Да, я люблю, да? Окис умничка. Идем дальше. Какое описание к тебе больше подходит? Да страшный. Искатель приключений на пятую. Детский, как полицейский. Какой твой цвет глаз? Другой цвет, больше одного цвета. Карий, темно-карий, темный. Замечательно. А теперь непосредственно перейдем к самой крепости. Выбери имя персонажа, который тебе менее симпатичный. Миша, Джек, Бен, Джек. Мне нравится смешно. Теперь выбери того, кто тебе более симпатичен. Джек Битта, Тим, так это я вообще сам тоже не знаю. Я знал, что, ну, короче, я знал Тео Александрова, поэтому, у кого, по твоему мнению, было более трагичное прошлое, чем у остальных? У Джеффа. У Джейн вечно. Ну, у Джеффа. Давно ли ты увлекался крипипастой? Недавно подсел. Относительно давно. Недавно. Я олдфаг. В этом деле. Ладно, давно. Тебя привлекает холодное оружие? Даг. Именно его. Кстати, классно, парни. Агась, все ясно с тобой. Представь следующую ситуацию. Ты заблудился в лесу ночью. Неважно, каким образом, во все виновата магия. Конечно, у тебя с собой есть фонарь.
Внезапно ты услышал хруст веток, посветил и источник шума и увидел девушку. По виду она вся была очухленная, без глаз и т.д. т.п. Попробуй ей помочь. Пожалуйста. Пожалуй, да, мы объясним вместе. Ни в коем случае это может быть опасно. Я уже думал, плохое событие. Это была твоя галлюцинация и большая заблуждение. Печаль, котленка. Мать моя зелень. Зельда. Ну ладно. Часто ли ты держишься? Часто. Были ли у тебя когда-нибудь серьезные заболевания? Да, были. Психологический монитор. Выбери любое действие на это тебе не больше 2 секунды. К сожалению, 7-е действие недоступно, ибо в тестах нельзя пускать более чем. Умница, а теперь скажи, какой тип существ тебе больше подошел? Человек по важному. Где он? Наконец, какого такого морского. Короче, тест и я, Скай. Наверное, самый старший среди крипопастов. Не считая Слендера, конечно, а ему вообще на фиг знает. Сколько веков света демона. С одной стороны добро и милый тебя придет на помощь, а с другой он личность безжалостная. И на пути к цели его даже человеческие жизни не мучат. Он твой сухой. Ну ладно, если вам понравилось это видео, поддержите меня лайком. Ну, с вами был я, Андрей Мазов, всем удачи, всем пока.